zum Beispiel, was wir 220 Mal. You make light. Arthur, Arthur, ich will es nicht. Was wir so so die Ausgangsparameter brauchen. Ja. Zum Beispiel 220 Volt und der 21. Und der Sinus habe ich hier sehr schlecht. Ist das möglich? Hier ist nur Gleichstrom. Ja, klar. Aber das muss man dann durch den Wechselrichter, ja? Inverter. Ja, необходимо инвертор. Hier braucht man einen Inverter, Wechselrichter. Ja. 没有啊，没有，今天我看好了，马上就签单，不签单我不走。哦，我知道了。他就是他的这个商务代表，你就跟他谈就行了。他有，为了好处，他是我手下。所以要这关系我来要。说说我们那个具体的事情。林总，你跟他说一下。Also if you need assistance. Das kann jeder ein Stück mitnehmen, das ist wie die Berliner Mauer, weißt? Das erste Stück. Dennis nimmt dir was mit als Erinnerung. Also ich geb dir. China. Vladimir, da komm ich Stuttgart, der Dennis. Stuttgart. Präsent, ja. Präsent. Das war der erste. Birwi. Nein. So, ich gehe zu Так, небольшой архив. Пока фонарики добиваю. Вот эти. Так, ну вот этот фонарь уже будет более серьезный. Вот сейчас у меня здесь АКТ-805 стоит, да. Это только для того, чтобы определиться с длительностью времени, да, его открытия. Поэтому ставлю АКТ-805. А будет стоять потом РФ-ка.
Когда уже буду точно знать время, подберу РФ-ку. Так, ну что, из всех конденсаторов, которые могут воспринять обратный выброс высоковольтный, подходят только высоковольтные. То есть на 400 вольт, на 60 вольт. Вот у меня сейчас на 63 вольта стоит конденсатор, он нормально. То есть вот такой хорошо воспринимает. То есть это на обратный. По самозапиту лучше ставить вот такие конденсаторы. Они лучше тем, что они не бумажные. У них между пластин войлок и большое расстояние. То есть они способны воспринять импульс, который достигает 60-50 вольт, и зарядиться, не создавая нагрузку. Все конденсаторы, которые идут на 16 вольт, 25 вольт, 35 вольт, они слабые. То есть 50 вольт, свыше 50 вольт, они уже лучше воспринимают. Так, ну вот тут у меня получилось вот что. То есть здесь у меня генератор стоит. Так. Так, вот. Тут собран задающий генератор низкочастотный, который будет уже управлять низкочастотным тиристором. По самозапиту будет импульсный самозапит. Сначала буду брать со вторички, заряжать до 400 вольт, а затем импульсно через дроссель уже корректировать конденсатор по самозапиту и напряжение на нем. Вот. От него же сразу зависимо, то есть стоит система ВЧ, вот она. То есть это аналог наносекундных ГНС, генератора наносекундных импульсов. Но почему я решил сделать это видео? Для того, чтобы показать, как вот данный кусок феррита заходит в резонанс и как это зависит от времени. Для того, чтобы все перестали упираться в наносекундные импульсы. То есть они вообще здесь ни при чем. Длительность импульса выбирается согласно индуктивности и, соответственно, ферромагнитного сердечника, то есть самого феррита. То есть тут речь будет идти не о наноимпульсах. Я говорю, что это аналог, но это не генератор наноимпульсов. Здесь будут импульсы микросекундные. Вот я сейчас покажу. То есть я уже знаю просто резонансную частоту этого феррита. Она очень низкая. Так, вот. Запускаем его. И что мы видим? Вот. Вот это желтый. Это сигнал на базе генератора. Вот. То, что вот это синий, это коллектор. Это вот сейчас идет выброс свободный. Сейчас я его убавлю. Довольно-таки высоковольтный он получается. И он, в принципе, из себя и представляет ферромагнитный резонанс. То есть, вот эта амплитуда никогда по своему размеру не превысит ферромагнитный резонанс. Вот это она, в принципе, и есть. Так, ну что я хотел сказать. То есть, у меня сейчас стоит КТ-805 транзистор. То есть, для проверки длительности импульса. То есть, у меня сейчас 2,5 микросекунды, да? Идет. То есть раз, два, пять. То есть получается 5, 6, 7, почти 8. У меня 8 микросекунд. У меня транзистор открытый. И что мы видим у нас на наших этих штучках? Вот. Вот такие штуки, да? То есть, в принципе, все, что и видят, и не могут понять, почему они не могут обраткой зажечь диоды. Так вот, сейчас получается, что транзистор открывается намного быстрее ферромагнитного резонанса. Сейчас посмотрим длительность открытия. Вот. 50 наносекунд. Фронт открытия у нас, сейчас я его увеличу. Вот так. Вот, 10 наносекунд. Итого фронт составляет... Ну, если вот открытие полностью, да, то есть, ну, 22 наносекунды, ну, грубо 20. Так вот, фронт открытия транзистора сейчас превышает феррорезонанс. Намного он быстрее открывается, и ферриты, в принципе, его не видят. То есть, вот это открытие наше, вот, резкое, не видят. Сейчас мы, то, что мы видим у ЭДС, выброс,
это не УИДС нашего феррита, а УИДС самой катушки. То есть сейчас ферриту вообще пофиг, что происходит. Потому что, во-первых, длительность самого импульса, она тоже меньше феррорезонанса. Наши ферриты просто стоят. Если они слегка дергаются, то они вообще сейчас не участвуют вот в этих выбросах. И они, по сути, бестоковые. Поэтому загнать их просто в обратку толку не будет. Даже ими даже не зажечь ни один светодиод. Теперь по поводу длительности. То есть нам необходимо же практически беззатратно развернуть ферриты. Вот, ферритики наши. Поэтому будем увеличивать длительность импульса. То есть сейчас 5 наносекунд в клетке. 6-7. Как я и говорил, 7 наносекунд. Ой, 7 миллисекунд у нас открытый. И что мы видим? Мы видим вот эти выбросы. Вот они. То есть, по сути, ничего не происходит. Мы видим просто тупо выброс и затухание. То есть, я иногда делаю по несколько, то есть, 3-4 таких открывания. Но первоначальный фронт открытия, то есть, самый первый, вот этот, самый первый, он должен превысить частоту феррорезонанса для того, чтобы ферриты начали двигаться. И вот сейчас мы посмотрим. Мы будем увеличивать длительность импульса нашего. Посмотрим, что у нас произойдет на коллекторе. Сейчас у нас на коллекторе прямая. И выбросы только у ЭДС самой катушки. Все, больше здесь ничего нет. Все. Не меняя частоты, увеличиваем длительность импульсов. И смотрим на коллектор. Вот она. Вот наши ферриты начали прогибаться. Вот. Смотрим. Какой у нас УЭДС большой вниз пошел. То есть мы дотягиваем. Вот у нас ноль. Мы дотягиваем сюда ферриты, делаем двойной удар и имеем вон какой выброс. И он уже токовый, он инерционный, равный габаритам феррита. И теперь смотрим, какой же нам сигнал понадобился для того, чтобы ферриты загудели. Так, у нас сейчас в клетке 5 микросекунд. Итого почти 12 микросекунд наш транзистор открытый. И только тогда наши ферриты начинают работать. Вон они какой дают выброс. В обратку, причем вниз, которую мы и будем ловить и обратно загонять наш конденсатор. Вот. Теперь как определиться с низкой частотой? То есть вот наш пик подъема нашего феррита. Вот он. То есть частоту можно увеличить вот до сюда. При этом затраты будут нулевыми. Сейчас я покажу, что вот сейчас, вот в этом режиме, схема потребляет 3 вольта, 0 ампер. Ну, понятно, что там миллиамперчики они есть. Но мы сейчас будем увеличивать частоту следования этих импульсов. Вот она. Попав в самую точку вверх подъема, то есть разворота ферромагнитов, мы опять их бьем до нуля и отпускаем. Соответственно, у нас складывается. Мы получили выбросы, не затрачивая ничего. Практически раз. Сейчас точно выведу на клетку. Раз, два, три, четыре. С копейками, да? Ну, 4. Ну, возьмем, грубо, 40. Мы получили 40 вольт выбросы. Вот эти. Не затрачивая ничего. И они являются токовыми, так как они работают уже согласно нашего ферромагнитного сердечника. Вот так. Вот. Так как силу им уже придает вот разворот феррита самого. То есть если мы с ОИДС работаем
просто катушечным, то толку нету. А если мы в этот ОЭДС вкладываем инерцию феррита разворота, то в этих 40 вольтах уже инерция феррита. И она дает добавку. То есть, по сути, это не добавка, это стандартная физика. Если просто с катушки мы будем иметь бестоковый импульс, которым мы даже практически не сможем зарядить конденсатор, не то что компенсировать расходы с него, то вложив в этот импульс инерцию феррита, мы получим там ток. Ток равный инерции феррита. Так, ну вот что у нас получилось. Правда, это не совсем до конца схема заделана. Вот. Здесь сейчас не задействована еще вот эта обмотка. Вот она. Она будет задействована для того, чтобы избегать ошибки. Вот. То есть она будет, к ней будет собран удвоитель напряжения, щадящий на пикушных конденсаторах и лучедиодах. И они будут заряжать конденсатор в размере 10-20 микрофарад до 60 вольт. Для того, чтобы когда в схеме будут возникать ошибки и напряжение питания будет на вот этом конденсаторе по самозапиту, вот оно, вот на этом конденсаторе, если во время ошибок будет падать, то через стабилитроны, которые будут определять напряжение на этом конденсаторе, мы будем разряжать конденсатор, компенсировать. То есть ошибки возникает много, не знаю точно из-за чего. Иногда частота феррорезонанса резко падает во время работы. То есть связано, может, с температурой, его повышение. То есть когда будет возникать ошибка, мы будем иметь уже заряженный конденсатор, который будет разряжаться и компенсировать. И тем самым уже схему никогда не потушишь. То есть тогда уже можно сказать, что она будет вечная. Вот. Ну, и еще что замечено, то есть именно в такой системе, то есть если сразу перед запуском вот, сделать частоту выше феррорезонанса, то схему в принципе не запустишь, то есть вот она не запускается, то есть мы выше частоты стоим и она не запускается. Вот. Принудительно опускаемся ниже феррорезонанса. Все. Схема запустилась. И теперь плавно подводим феррорезонанс. Потихоньку, чтобы не сбежало. Вот она. Все. Мы стоим на феррорезонансе как раз. Так. Все. Ну, когда схема, то есть я тестировал такой фонарик до этого, то есть в течение получаса работает, в течение часа там может раз за 3-4 выйти ошибка. То есть ошибка то, что вот как раз вот с этой частотой связано. У феррита резко понижается, а тут нет обратной связи. То есть у этого генератора нет обратной связи. То есть он не видит, что происходит с магнитопроводом. Поэтому он жестко, стабильно держит частоту. Иногда возникают ошибки. Что приводит к разряду конденсатора, до критического напряжения. Что генератор перестает работать, вот этот. Вот для этого и будет работать вот эта обмотка. Будет именно брать вот эту мощность, которая идет со на светодиодов, этот полупериод, и заряжать через удвоитель конденсатор. Вот. Будет стоять стабилитрон, самая простая схема, и как только будет напряжение на емкости падать ниже критического, этот конденсатор с этой схемы будет разряжать и компенсировать. Вот тогда она уже будет стабильная, можно ее тестировать сколько хочешь. Сейчас только из-за ошибок может потухнуть. И все. Но в течение получаса может работать, вообще ни раз не возникнет. То есть все зависит от, видно, температуры ферромагнита.
Вот так. Да, еще что. То есть, если мы сейчас выключим систему, вот, и включим, успеем включить, то есть подождем 2-3 секунды до того, как разрядится через переходы все конденсаторы, то есть если останется заряд выше немножко критического, то схема дальше запустится сама. Вот мы выключили. Опа, все, не успели. То есть конденсаторы разрядились. Попробуем еще раз. Понижаем частоту, чтобы схема запустилась. А, еще надо ниже. То есть вот это вот сложность с ферромагнитным сердечником. Вот, все. Завелась. Вот. Вот. Теперь я вот покажу. То есть я сейчас выключу. И вот сразу включаю. О, все равно не успел. Не запускается. Вот. Сейчас попробую побыстрее. То есть вот выключили. И включили. Вот она успела. Видно было, что она набирала. То есть вот. Если конденсатор не успевает разрядиться, то она загорается. Если вот выключим, подождем, ну вот буквально 3-4 секунды, то все. Кондеры разрядились. Запускаем заново. Понижаем. Запускаем. Все. Ну все, пока не все. Доделаю вот эту схему с компенсатором. И все. И он станет вечным. Да, мощность не получилось расчетную сделать. Не знаю почему. Видно, все-таки товарищ Курчатов был прав. О том, что мощность нельзя мерить только в вольтах и амперах. Есть еще составное количество. То есть видно, количество выходящих электронов не хватает. И мерить ток и напряжение в импульсе, переводить на мощность для заряда конденсатора, это все не то. Видно, составную большую роль играет именно количество электронов. Потому что от блока питания мы замеряем одно потребление, у нас там уйма электронов. А мы меряем только вольты и амперы. И выход мы меряем. У нас есть ток в импульсе, есть вольты. Перемножаем их на мощность, получаем мощность. Но оно не соответствует. То есть, если мы его запитаем просто от блока питания, то мы получим на выходе мощность, равную 3 ватам. То есть, 1 ватт обратно загоняем на схему, 2 ватта должны иметь. В итоге мы не имеем даже 1 ватта. То есть, если вешать еще один светодиод дополнительно, вот, все, схема уже не тянет. То есть уже происходит недостаток для заряда конденсатора, и схема не компенсируется. То есть я могу еще добавить один конденсатор, и она застабилизируется. Но тогда вот этого не будет. То есть схема не сможет себя, если что, поднять. То есть вот так она более стабильно работает. То есть ей еще хватает мощности, чтобы, если что, компенсировать разряд. Вот. Хотя можно подвести под самый-самый тык, еще один диод поставить, и тогда уже схема, конечно, не сможет поднимать напряжение. То есть сколько мы дадим батарейкой, вот она будет столько и держать, она уже будет не в состоянии поднять на конденсаторе. А так она шустренько, вот, даже компенсирует. То есть выключили. А, не успел. Ну ладно. То есть когда быстро включаешь и выключаешь, в принципе, видно, что схема еще и компенсирует, успевает. То есть она сначала загорается вот медленно, и вот сейчас, нет, вот так, чтобы видно было. Вот. И она компенсирует, то есть она успевает. То есть если здесь напряжение падает с 6 вольт до 3, то схема еще успевает себя поднять. Если ниже, то генератор перестает работать просто. Вот так. Вот, подошли к резонансу. Ну, у нас уже это 5 часов утра. Всю ночь я просидел с этой фигней. Утром красиво.
Так. Не включил. О, все, запустилось. Да, разочаровал я немножко в мощности. Ну что сделаешь? Надо учитывать все-таки объем магнитного поля, который создается сердечником. Соответственно, учитывать количество электронов. Ну, а над этим еще надо поработать. Все.